Единственное, что сегодня еще ценится, это как бы индивидуально. А все, что касалось культуры, оказалось на последнем месте. А мы здесь, значит, в говне копаемся в России. Определение деятеля искусств современного. Быть художником – это такое приключение. Это не шизофрения. Но с условием, что допускают только трезвых. По-моему, это неплохо бы. Гвозди.